хоть бы кто встретил, кто бы зашел, что делали вид, что рады. Вытирайте ноги. Вытирайте ноги. Ой, какая... Очаровательный красный платочек. Хочешь его обратно? Нет, мне нравится классно. Да. Саша. Я видел. Ну, водите меня, видите. Чего вы стали как со мной, как будто я... Я же не первый у вас тут. А чай будете? Ну, это все сказали, как только приходит, сразу на чай. Разговоры разговаривать. Вы же здесь звезды. Вы мне какие-то советы давайте, что мне делать, как петь. Я действительно говорю, вы столько в эфире, что ни одна звезда столько не может быть, сколько вы. Особенно это. Но мне сказали же, что вы все талантливые. Да. Почему только ты одна ответила? Да. Она за нас всех ответила. Она за нас всех ответила. А котика двигается, видел, как прям? Браво! Да ладно, брат. А его отсюда выпускают, мне скажут, что вас отсюда никто не пускает. Он как уходит. Да нет, а нее их выпускают. Девчонки, вы мне что-нибудь дадите или нет? Конечно. Причем она с уверенностью сказала, конечно. Перестань читать текст, когда где гость приходит. Читаешь. Зеленый или черный? Оба. Давайте что-то делать, мне, я не знаю, что мне с вами делать. Давай, Мишка, я тебя учу. Ты звезда. Ага. Ты все, победил в этом конкурсе. Здесь камеры берут или нет? Там туда пойдем? Куда? Везде берут. Сменим, сменим, везде. Сменим. Им же телевизионщикам не... Они мне говорят, нельзя к столу, нельзя уже, всех к столу. Пойдем, сменим, сменим. Они, им же легче. Пойдемте к желтым диванам. Я же на них работаю, не на себе. Смотри. Ты звезда. Ты уже звезда стал, все, едешь на автомобиле, я гаишник, я тебя останавливаю, понял? Угу. Давай, я тебя учу, давай, поехал. Подожди. Остановки. Подожди, ты звезда, да? Ты едешь на хорошем автомобиле. По-другому давай. Прижмитесь к тротуару. 46-47, прижмитесь к тротуару. Молодец, прижался. Я к тебе подхожу. Окошко открою. А, сыц. У тебя левосторонний руль. Что ты прижался к этой? А он левша. Давай. Окошко будешь открывать, нет? А руку с руля убери. Видишь, она говорит, руку с руля убрал. Да. Ваш документ. Что ты делаешь? Эту руку убери, она сказала. Она так на окне лежит. На окне, ну давай. Ты документ. Оттуда сверху достаешь? Люка. Ну, у тебя же здесь? Нет, они под этим. Под этим? Под... Тебе КамАЗ, что ли? А где под этим? Смотри, давай я тебя научу. Я буду звезда, ты меня останавливай. Понял? У тебя какая была? Спортивный Порш. Мечтаешь? Да. Если он победит, Порш в подарок. А у меня обычный жигуленок. Нет, нет, звезда на жигуленок. На жигуленок нет. Ну давай. Ниссан. X-Trail. Да. 44-20. Бортик, пожалуйста. Сорок четыре двадцать, прижмитесь. А я звезда, я не останавливаюсь. Понял? Никогда, ты звезда, тебя все знают. Чья гитара? Моя. Коська, давай. Ты перестань смотреться в зеркала, это тебя убьет. Ты все время смотришь, и отсюда пройдешь, ты в это зеркало смотришь. Тебе кто сказал, что ты красивая? Кто этот дурак? Это первая твоя ошибка. Ты знаешь, это дурак. Я взял окуль? Камера меня взяла? Очень сильно взяла. Все, больше ничего не надо. Давай, Костя, выступай, я у тебя выдеру эти штучки и работаю. Конечно, если выйдешь штучки, тогда я долго буду кричать. Костя, стой, подожди, стой. Во-первых, рубашка мята и все, давай. Некому погладить, ну. Некому. Спасибо.
Ну же скажите хоть что-нибудь про себя, ну что я как клоун пришел. А кстати, что вы... знаете самое хорошее звание? Клоун? Шут. Поэтому никогда не бойтесь. Потому что все говорят, шут вас знает. Шут меня знает. Правильно? Леха, ты какой-то заторможенный. Что с тобой сделали здесь? Да нормально. Ты боишься, что ли, что-то? Что-то не победишь, что ли? Нет. А что, да, я... просто такая, да? Ну, просто. Маска такая. Нам нужно отрепетировать приход гостя. Давай, я еще раз возьму, попробуем. Ага. Давай. Нет, сначала нужно роли расписать. Кто колеса крутит, кто... Нет, подожди. Вверх сюжет. Подожди, Коська, вот давай здесь... Мизансцена. Нет, я же не последний. Леха. Давай, Леха, ты сразу так ляжь, ты покойник будешь, иди. Сразу, чтобы сразу гость ушел, что случилось? А ты, Леха, ляжь вот в таком гриме, вот с этими волосами, и будешь лежать? Или будешь болеть, что-нибудь делать? Потому что, Леха, когда тебя видишь, пугаешься, правда? Отрепетируем хотя бы приход, ребят. Что вы действительно так все сидите, как будто вы ко мне вот перестань ее трогать. Вот смех, вот смех, вот смех. Передразнивать босса. Вот это много ребят, ест, хорошо, очень на соевые продукты пришли, недорого стоит. Недорого, недорого, недорого. А вы знаете, это успокаивает. А чего вы волнуетесь, я не пойму. Что вот случится в жизни, вот если вдруг в пятницу вас снимут, что случится, объясни. Тебя уже по экрану показывали действительно больше, чем всех вместе звезд. Вас показывают всех. У вас и днем, и вечером, и утром всех вас показывают. Какая ты, как ты ешь. Как... Меня никто не показывает. Я вот к вам пришел, чтобы показаться на первом канале. Вот он я. Чего вы смеетесь? А чего вы смеетесь? Хватит жрать. Сколько можно? Гость сидит, не ест, не пьет. Этот показал сколько. Леха поживился. Мама моя. Леха оживился. А Мишка погрустнел. Мишка, ты стесняйся? Нет, Миша, не стесняйся. Спой. Я ночами не сплю, ворочаюсь. Больше не надо, Мишка. Все. Да послушай, послушай. Ну... В камеру надо сказать, хочешь спать, умей вертеться. Правильно? Мишань, доделай давай. Ну давай вторую-то. Припев? Да не припев, вторую песню. Давай. Песню припев. Другую. Давай другую. Это не прошло. Миша, не давай себе останавливать. Как-то вечером дома бабуля, блуждая, скучала. Головой о стены билась, пинком в батарею стучала. Быть может, бабуля со сдвигом вам друзья показала. Вот это мне интересно. Ну-ну-ну-ну. Да нет, ее просто глючит. Таблеток она обглоталась. А есть еще какой-нибудь у вас звезда, кроме вот этого Есенина? Еще кто-нибудь есть? Вы не сдурели здесь? А лекарства вам не присылают? Потому что я когда выйду, ты мне только диагноз скажу, какой у тебя. Да ну, Мишаня, я тебе говорю, тут дурняк какой-то гонишь. Тут какой дурняк? Стихотворение. Какой дурняк? С этим можно жить и работать. Терминатор, люди, афроамериканцы, роботы, никто, звери разговаривают. Минька, бедный ты мой, родной ты мой. Любимый ты мой мальчик, а? Вас матери звездами ждут, а вы здесь черт все. Днем раньше живем, в тайм-аут. Бабулька у ларька, цветы, ребята, а я упала ночью. А вы знаете откуда? С барьер. Молодец, Бенни Хилл шоу. Там бабульку. И главное, мысли-то стройные, не урывчатые. На. Потому давай что... какой-нибудь такой шлягер. Детства нет? Детство не проходит. Да отдых тоже нет. А вот это вот забеременела, это что? А, бредятина. Давай, Миша. Про пилотку давай. Про пилотку, Саня просит. Про пилотку, Миня. Ну, очень интересно. Птичка в небе летит, и это дает мне надежды, что кто-то сегодня родит, а кто-то сбросит одежду. Представляешь, они же могут врубиться именно на этот момент, и когда я Орлазоров читаю вот это, и больше ко мне ходить никто никогда не будет. Костя, давай, может, давай твои если песни. Если бы вы это начали сейчас вот если так... Если бы вы были популярны. Да, да. Тогда вы, может быть, были бы популярны. Я не Моцарт и не Штраус, и не Бунин, не Толстой, и не Винни-Пух я, и не Микки Маус. И не хромой я, и не косой. Мишка, тебе больше нравится Пушкин или Лермонтов? Вот честно, вот чувствую, что ямб пошел. Ямб.
Даже я не космонавт и не председатель колхоза, и не передовик-агронавт, и не мафиоза, и не спиноза. Как ты это все? Не мафиоза, и спиноза. Мишка, это какая-то у тебя действительно такая структура ума, как такая парадоксальность, и не мафиоза, и не спиноза. Нахожусь я в магазине под названием Сельпо. Не хватает мне там влаги. Жарко там, как в Лимпопо. Вас отбирали сюда, ребят? Вас отбирали? Вы какой-то конкурс проходите? Да. Или просто все, кто хочет, а? Он победитель. Победитель обязательно. Таких людей же просто так, да, Минька? Тебя же, наверное, отбирали. Это твое куплет 3? Я Эминем местного формата выдаю разрепняк про полуфабрикатов. Что ты пишешь? У тебя много ручек, наверное, да? Ты хочешь всю пасту списать, да? Полу-полу-полу, фабри-фабрикаты, каты к фабри-полу, полуфабрикат. Бедный ты мой Минечка, бедный ты мой родной. Ой. Вот мать-то радуется, да сынок-то? Пишет. Кстати, это все совсем не по... А, кстати, это все совсем не по блату, злые языки. Не верьте им, ребята. Молодец, Минька, молодец. Продолжай, не бросай это. Даже если ты не победишь здесь, продолжай. Не отставай. Нет, правда, ребят, я хочу вот в конце, так сказать, подытожить мое к вам, у вас пребывание, чтобы вы не переживали, не думали, что пятница... Это решается все. Никогда не решается. Актерская судьба – это марафон. Длинный. Поэтому, если ты победил на первом кругу или на втором, это не значит, что ты первый придешь к финишу потом. Потому что их 10 или там 15 кругов. И вот на этой умной, мудрой ноте я хочу с вами проститься. Костя, тебе пожать руку. Мишка, тебе расцеловать. Леха, я рад, что ты оживился. Девчонки, я ваш. Я вовремя ухожу от телевидения на 2 минуты раньше. Спасибо. Спасибо. До свидания. Пока.